Так, девочки, здорово. Пройдем всякую всячину новинок. Обзор будет товара. Ну, сука, как всем известно. И цена до кучи. Че, по тарелкам там у нас много чего не будет. Ну, покажу вам кое-что сегодня в обзоре. А хули. Такая вот, да, блюдо на специальной подножке, которая еще дает возможность вот так вот крутиться. А что, ненавязчивая срань. Кстати, диаметр его около 25 сантиметров. Ну и, собственно, состояние. Я вот смотрю, особых царапин нет. А значит, новая, да? Или нет? Хули. Рублей 200. Ушла, короче. Иди сюда. Батя приготовил в лоточке, постелил, сука, каждую вещь. И не вздумайте мне кабасить здесь, когда начнете перебирать. Вот это жопа к жопе должно быть. А если так, то лицо к лицу, чтобы не поцарапать лицевую часть. Уяснили? Вот такие вот будут. Что это? Это розетка. Выключатели будут, розетки. Вот так, по 50 рублей, короче, штучка. Там, здесь, лянь, советские выключатели будут. Вот такие, ля. Так, вот так. Ну, играться, чтобы поняли. Все по 50 рублей. Вот это вот то. Короче, если надо, пришли, выбрали. Не надо, нечего шаландаться. Вы что думаете, что мы тут вас просто сидим вот такие, типа, ля, ну, хоть бы кто-то пришел просто так. Да нахер вы всрались? Просто так к нам приходить. Вот такой, блядь, чуть не засветил хлебальник. Вот такой чайник. Гляди, крышка, да, немножко начерблена. Ну а что, ну не без этого. Гляди, он глубокий. Своего рода такой 3,5-литровый. Советский, скорее всего. Гляди сюда. И вот так, и вот так. Ну, хули, давай я его вам чисто за то, что он советский, отдам с побитой крышкой. Рублей 300. Собирайте. Чем вам не чайник? Гля, вот так вот, сука, подали на стол и кружишь. Его кружишь, блядь. Бутылочка. Иди сюда. Еще одна. Такие, это выключатели уже более современного образца. Ля. Так, вот так, на 2, на 1 там. Повыбирай, по 50 рублей. Хули. Это я вам сейчас пока предлагаю по 50. В магазине будет по 100 рублей. Вот такие вот. Естественно, по 100 рублей. Абсолютно в упаковке. Видели, да? Наружные такие. Ну, интересные, красивые. Сука, вот сколько есть. Если надо, пожалуйста. Есть вот такие еще выключатели. Иди сюда. Практически ничем не отличаются от тех. Я вам ее... Здесь пластик, если что. По 50 рублей. Ушли. Там разные. Еще вот такие выключатели будут. Сука. А это электрические розетки. Новые, поняли? Лянь. Это такое керамика, что ли. Какая-то ерундовая в виде камня. Какаха. Сюда, гляди. Как скучно, сука, мы живем. Я уже, ну что, добью этот ноябрь вам. А дальше пойду на отдых, потому что сольем бабло с Ютуба, а поедем отдыхать. А хули. А в январе продолжим, после 15-го. Ну, а вы как думали, что просто так будем херачить? Ага, сейчас. С разгону, блядь, с разбегу. По 50 рублей, короче. Все, ушла тематика дня. Еще такие есть. Упаковки, ля, там, тут. Все надо. А что, интеллигенция на нашем канале слилась? А то ж не породистая интеллигенция. То такое, знаете, одно название. Я буду очень сильно надеяться, что они не посмотрят и не послушают это видео. Ну, ни о чем, поняли? Такое, знаете, чисто вот так вот. Попиздели, а в итоге ноль. Просто-напросто. Эффекта от них, ну, нулевое, понимаете, о чем я? О чем это я, кстати? Это по 50 рублей. Все в круговую по 50 рублей, девочки. Вот такой вот охренительный и всеми интересный супник. Гляньте.
видите, сделана вот такая ерунда. Для какого хрена она сделана? Вот просто взяли и сделали. А где дырка? Вот так же должна быть дырка. Нет же. Это типа вот так вот показали, что мы умеем вот эту херотень выкручивать. И выкрутили. Небольшого размера. Новый ля вообще. Смотрю на него. Интересный такой весь. Какого он диаметра здесь? К примеру, я скажу, около 10 сантиметров дырка. Что? Куда его? Чисто для пельмешков, может быть. Сюда насыпали пельменей. Жрете прям с этой боди. 400 рублей. Потому что я захотел. Ля, чайник-очаровашка называется. Сука, он какой-то непонятный. Здесь есть микротрещинки, царапинки. Что это такое? Я не знаю. Лак вскрылся, высох, наверное. И немножко чувствует себя на измене. Он целый. Марабель какая-то. Мира. Тут там, глядь, дырка. Грязная, короче. А что, настроения особо нет. А знаете почему? Ну, сука, проснулся рано утром. С 4 утра. А нахера оно мне надо? На износ. Все мы работаем на износ. Кстати, вот такие тарелки. Их у нас 40 раз. Имейте в виду, по 40 рублей полупорционки, гляди. Вот так, вот так. Все, вот клеймо. Если надо, то базар анима, забирайте. Все может быть вашим. Кстати, они новые. Видели? Красиво, как оформлена вот эта ненавязчивая штука. И правильно сделано по краям. Сюда налили борща, а по краям у вас вроде как оформлено. А то ж насрут здесь. И потом что, борщом замазал. А так все сделано грамотно. Мне нравятся такие тарелочки. Они не большие, обжираться вообще никакого труда не придаст. Ля, чайник. Я сейчас вот так вот беру. Нахер отсюда. Ну он хороший, со свистулька, лянь. Вынимаете, наливаете. Хороший, дебелый. Плотный, но маленький. 2,5 литра, может быть даже 2. Небольшого размера. Короче, я вам скажу так. Бронь его можно использовать, но лучше, конечно, в натуре его посмотреть. Цена 350 рублей. И очаровательная, всеми любимая кастрюля. Я сейчас вот так вот беру, огромная она. Это того момента, как было вчера, позавчера, когда у нас там ролики были. С маленькой. А это уже большая. Здесь около диаметр 28. Глубокая, сантиметров 12. Ну и, гляньте, немножко какие-то микро... Какие-то пузырики, что-то за херня, я не понял. Гляди поближе. Что-то такое должно быть. Да, бэушно, а что такое? Здесь зато так все литое, ля, ручки все сделано. Здесь, что за контора? Берговховская, лянь. Та же самая контора, которая была с той маленькой, только это здоровенная. А нахера он здоровенная, она тяжелая, дебелая. Хотя можно использовать. Вообще нажарили тут, сука, свеклу себе. И сидите, жрете, красная свекла, срете потом. Ж не забывайте, кукурузора разложили. Накрыли крышка. Крышка-то царская, ля, вообще. Металл, настоящее стекло. Взяли. Короче, 1600 рублей. Чисто вот так. Ты забирайте нахрен, она мне обосралась. В магазине все равно будет дороже, если что. Так что имейте в виду. Ну, собственно, весь обзор. И хорошо, что он закончился на такой очаровательной ноте. Ну, скажем. Короче, вы поняли, девочки. Чисто уже подзатрахался я с этим делом. И поймите правильно, если я подзатрахался, мне нужно отдохнуть. А если отдохнуть, это значит я, что называется, немножко с эфира сойду на нет. Поняли? А вы скучаете. Да, немного надо поскучать, потому что я смотрю, зажрались ежедневно, каждый день по несколько роликов. Всем пока. А лайки, лайки там не забывайте, а то что, мало ли, забыли соратники, обошли вас. Что? Соратники, это вы. Эти интеллигенты обошли, поняли? Как вас могут обойти интеллигенты? Я хер его знаю. Вообще не понимаю. Короче, всем пока.